Всем большой привет! Вернулась я с очередной закупки с магазина АТБ. Многие спрашивают, почему именно постоянно АТБ. Ну, потому что при наших ценах очень выгодный магазин сравнительно, где можно купить хорошие, не скажу, что плохого качества продукты. Поэтому и при том, что он рядом с домом. Ну, поэтому все плюсы ему в руки. Пока не поднялись там цены, мы будем скупаться там. Хотя бы какие-то основные продукты питания. Итак, что я купила? Значит, у нас очень подорожала гречка. Гречка от 30 гривен и выше. Значит, я купила, попробовать, ни разу не брала именно вот такую. Крупа гречана. Тут 4 пакетика. Своя линия по 18 гривен. Ну, сравнительно хорошая цена. Я не знаю, какая там гречка будет. Наверное, конечно, не супер качество, но такая, смотрю, вроде чистенькая. Но это выход, потому что 30 гривен за гречку, честно говоря, мне немного душит жаба. Так, по 13, почти 14 гривен, вообще очень дешево рис в пакетиках, долгозернистый. Вот он. Тоже классный рис. Вот рис я всегда беру, очень вкусно. Гречку буду пробовать. Хотела купить булгур, а что-то булгур разобрали. Ну, в следующий раз схожу, куплю. Так, купила молочко «Славяночка» по 13 гривен с копейками. Ну, «Славяночка» сейчас, если 2,5, одно из самых дешевых молоко, которое продается. Дальше там на салат и просто в прикуску взяла вот такие вот огурчики. Это Bon Vie, это марка, которая продается в АТБ. Они стоят 30 гривен. Вот. Тут 700 грамм, чуть больше. Вот такие вот огурчики. Будем пробовать. Bon Vie фирму брала, а огурчики их ни разу. Так что интересно даже самой. Так, ну по 16 гривен икринка. Я так поняла, почему такая хорошая цена. Потому что сделано оно 28 декабря. Годен оно, ну, получается, 4 месяца до апреля, до конца апреля. Поэтому такая хорошая цена в АТБ на него. Классная цена 19 гривен на масло «Трудь» «Хуторок». 73%. Но я бутерброды мало делаю. Так в основном добавляю в каши или в блинчики. Поэтому мне вполне подойдет. Так, чуть-чуть подорожали, около 14 гривен уже вот эти макароны для паста из твердых сортов. Они классные очень. Они и при такой варке не развариваются, но их я беру только для мультиварки. Мультиварки они вообще, ну, играют на ура. Так что у кого есть, обратите внимание. По 11.40 я не могла пройти мимо яички. Вот. Ну да, они там, конечно, не велотни, не крупные, но вполне даже хорошие и по вкусу, и никакого нет постороннего запаха ни на шкарлупе, нигде. Поэтому обязательно, когда захожу, беру. Так, закончились у меня кульки для мусора. Взяла на 60 литров 20 штук. Вот такие вот сани. Вот, они стоят в районе 11 гривен. Достаточно хорошая цена и неплохое качество. Так. Дальше взяла творожок обезжиренный. Это я с кофе люблю пить. Вот. Потом по 22 гривны, пока идет акция, еще взяла вот такую свою линию финская салями. Очень классная. От дорогих не отличишь по вкусу. Как бы желудок после нее нормально работает. То есть, ну как, не после дешевых каких-то колбас. Очень нравится. Так что обратите внимание. Взяла две, потому что впереди выходные. Вот, и муж будет много есть. Впрочем, как всегда. Так, взяла два хлебушка. Это батон на соблывый домой и на работу ему. Так, нарезные. Так, дальше взяла грибную приправу. Это я люблю добавлять тушеную картошку. Вкусности недорогие в АТБ. Это вот, у меня я взяла, значит, это вот изюм в шоколаде. Классно, поднадоел уже. Вот, но взяла, что был, вдруг захочется. Дальше вот такие сырки по 2,70. Вообще цена и качество, что там, если брать чудо или еще какие-то, вообще не отличишь. Очень вкусные. Другие виды не брала, брала только с кокосом. Могу сказать только о нем. По 2,70, по-моему, шикарная цена и качество. Вот такие вот вкусные любимые шоколадки, напоминающие мне вечерний Киев от любимов. По 6,80. Это с пралине.
классные. И кофе. Вот. Нескафе, вот эти вкусные экспрессо, 100% арабика. Классная кофе. По 3.15 чуть-чуть. Так, значит, это что касаемо ВТБ. Общая сумма покупок ВТБ у меня составила 279 гривен 25 копеек. Вот так вот. И там мясной магазин Укрпромстач напротив. Я там взяла кусочек сыра перятин, куриных сосисок своих, которые я всегда там беру, 400 грамм. Немножко свежего печенья, топленое молоко. И захотела с чаем, взяла еще кусочек халвы. Эти покупки мне обошлись на 85 гривен. Тоже недешево, конечно. Ну, вот так вот. Немного я скупилась. Кому было интересно, я очень рада. Вот, так что всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.